Приветствую всех на нашем канале. Сегодня разговор у нас пойдет о том, как вырастить картофель из семян. Вы спросите, зачем нужно выращивать картофель из семян, если можно купить уже готовые клубни на рассаду уже в магазине. Дело в том, что выращивая картофель семенами, вы получаете абсолютно чистый сорт. То есть вот тот сорт, который вы для себя выбрали, вот в семенах вы получите чистый сорт. И второй момент интересный очень, что картофель, как правило, особенно если он выращивается на одном и том же месте в течение нескольких лет, как правило, заражен вирусными заболеваниями. И если вот его отдать на какой-то анализ, то вы увидите, что там не один даже вид вирусных заболеваний будет. То в данном случае, когда вы сажаете через семена, процесс вирусной зараженности посевного материала сводится к нулю. Это вот два основных момента. Семенной материал мы можем получить тоже двумя способами. Первый способ – это купить в магазине вот такой мешочек, а второй способ – из картофеля, который вы выращиваете на своем участке, можно получить из, после цветения, когда образуются такие шарики зеленые, вот там как раз и содержится посевной материал для семенной материал картофеля. Можно взять и свои семена, можно взять магазинные. Итак, что же нужно для того, чтобы посеять картофель? Ну, первое-наперво, конечно, это выбрать сорт, который бы вы хотели у себя иметь. Я взяла вот обычный такой сорт, мне он понравился. Называется он Белина. Это раннеспелый сорт, полученный куст прямо стоячий, сильно рослый. Клубни вот такие желтые, гладкие, ровные, с отличным вкусом. Обладает основным устойчивостью ко всем почти вирусным заболеваниям, фитофторозу и каким-то другим заболеваниям. Вот я выбрала такой сорт. Что вы должны знать, когда будете сеять семена на рассаду? Могу сказать одно, что семена у картофеля очень мелкие. То есть их они очень даже напоминают чем-то петунию. Сеем картофель на рассаду в середине апреля. И мы получим с вами двухгодичную культуру. То есть первый год мы получаем путем, когда мы посеяли семена, получаются у нас ростки, далее мы их сажаем в почву, и осенью убираем урожай уже, мы получаем посевной материал. И на следующий год мы высаживаем наш посевной материал и получаем уже в результате настоящую сортовую картошку. Перед посевом семена нужно обязательно замочить в растворе марганцовки на 20-30, ну даже лучше 40 минут. Затем мы их достаем оттуда, просушиваем и готовим почвосмесь. Грунт для рассады должен состоять из торфа, дерновой земли, перегноя и песка в соотношении 3-1-2-1. Затем семена, которые мы с вами замочили на 30-40 минут в марганцовке, мы рассыпаем ровным слоем по грунту. Грунт предварительно мы должны смочить и хорошо утрамбовать, то есть он должен быть таким плотным. Могу сказать о том, что некоторые садоводы-огородники уплотняют, берут специальную дощечку и специально вот так уплотняют поверхность грунта. Можно таким путем. Увлажняем обязательно пульверизатором или же поливаем лейком. В данном случае у меня вот здесь заправлен мой любимый ЕПИМ. Хорошенько смочите почву. Затем мы рассыпаем вот так семена по поверхности земли. Не расстраивайтесь, если семена у вас все тут попали где-то близко друг к другу. Мы их вот так вот сейчас распределим по возможности. И в стадии 2-3 настоящих листочков мы будем проводить с вами пикировку. Температура для проращивания семян должна составлять 20-25 градусов. Всходы появляются через 3 недели. То есть, ну, это долгий процесс. Сеять, как я уже сказала, семена на рассаду лучше в начале или даже лучше в середине апреля. Далее, после того, как вы распределили семена по поверхности, мы засыпаем грунтом не толще 0,5 мм. Ну, то есть мы можем сказать так, что слегка присыпаем вот так вот сверху грунтом. Дальше мы еще раз с вами так увлажняем семена. Накрываем любым пленочным укрытием и ставим на подращивание. В базе 2-3 настоящих листочков мы с вами проведем пикировку, как я уже сказала, и в середине мая, даже ближе к концу мая, все зависит от погодных условий, мы высадим в открытый грунт и будем смотреть, что у нас с вами будет получаться. Так что оставайтесь с нами, следите за нашими новостями. Как только у нас появятся всходы, я обязательно вам покажу. С вами вместе мы распикируем и обещаю, что мы летом с вами получим качественный семенной материал. Всем пока!